Россия, я нахожусь в городке, где 24 тысяч населения живет. Смотрите, я сейчас буду выезжать на скоростную дорогу. Дорога соединяет всю Америку. Какие бы ни были малые населенные пункты, они всегда выезжают на оживленную, быструю скоростную дорогу. Называется Interstate. То есть справа обычные дороги, ну, локальные, а здесь скоростная. И отсюда я могу уже ехать на, не знаю, на Чикаго, на Флориду, на Сан-Франциско, куда хочу. Вот у вас такого нет? Обратите внимание, сколько линий. Раз, два, три, четыре в одну сторону. И то же самое, раз, два, три, четыре в другую сторону. Я нахожусь сейчас не в Бостоне.